четверг глава региона встретился со студентами Ивановской государственной медицинской академии. Студенты – они сейчас. А через некоторое время перед молодыми людьми встанет вопрос трудоустройства. Сделать так, чтобы их выбор пал на Ивановские учреждения здравоохранения – главная задача руководства области. В настоящее время одной из основных мер привлечения молодых врачей в сельские учреждения здравоохранения является федеральная программа «Земский доктор», которая предусматривает единые компенсационные выплаты молодым специалистам в размере 1 миллиона рублей. А с 2019 года стартовала программа «Сельский фельдшер», где эти выплаты, но уже специалистам со средним медицинским образованием, составляют 500 тысяч рублей. Есть и совсем новые меры поддержки, которые только готовятся ввести. Это социальная ипотека, компенсация первоначального взноса семьям врачей и так называемые подъемные выплаты всем специалистам, трудоустроившимся в медучреждении региона после окончания вуза. Будет и неденежная поддержка. Мы думаем выстроить такую систему, ну, назовем ее современным, социальных лифтов, чтобы вы понимали, что начав работу, ну, даже, например, с фельдшера в сельской местности, это не означает, что это навсегда, это означает, что вы можете двигаться дальше по карьерной лестнице. Сегодня в одном месте поработали, завтра вас повысили, вы поработали в другом месте. И так далее, чтобы вы понимали, что у вас есть определенные карьерные перспективы здесь у вас в Ивановской области.